20 июня 1982 года. Был замдиректора Большого театра. Он во все уверяет, что если уйдут, то мне дадут квартиру, машину, возьмут Ильзу в театр. И, может быть, даже дадут орден. Вот как я им в горле торчу. Они предложили ему взять Ильзу в труппу ценой его ухода. А уволить его официально не могли, потому что он был народный артист СССР и лауреат Ленинской премии. Поставили такие условия. Отец их принял. Ильзу взяли в труппу ценой его ухода. Именно поэтому, может быть, у меня такое абсолютное ощущение, что я дотанцовываю за него. Как-то отец сказал мне: напиши когда-нибудь обо мне. Наверное, просто душой он знал, что всегда будет жить в моем сердце таким, каким ему хотелось быть. Станцевав более 4000 спектаклей, я на пальцах одной руки могу сосчитать те, после которых остался доволен собой. Марис Лиепа, мой отец. Он был артист каждой клеточкой своего существа. Но это был абсолютно аристократ. Что необходимо на сцене? Плебс не может быть здесь. Меня потрясала в нем фантастическая техника. Но это все была не техника, это была душа. Тело, душа. Он был гениальным драматическим актером на балетной сцене. Очень многие из артистов, проживших большую жизнь в Большом театре, оставили вот свой след. А очень немногие из них оставляют след в истории мирового классического танца. Вот Марис Эдуардович оставил этот след. Четвертое апреля 68 года. Задохнувшись, влетаешь в грим-уборную, спешно натягиваешь трико. О, Господи, ведь нужно было заштопать дырку. И к тому же оторвалась резинка у туфли. Вот это сутол, когда все актеры энергией накаляются до предела, потом выход на сцену. Мне чем-то нравится эта сутолка, эта путаница, эта сумасшедшая беготня и толчая. Он одевался, конечно, разогревался, но выбегал на сцену в последний момент. Мощная махина, и на его пути было трудно остановиться, но этим себя подогревал. Он в последний момент выбегал на эту свою фурку и так вводил себя в образ. Через час начнется спектакль. Еще чашку кофе, друг, и по коням. Я помню, что когда в «Спартаке» поднимался занавес, я видел вот эту черепаху с щитами легионеров. И он стоял в центре. И просто вот в тот момент, когда он делал вот этот жест, и когда эта черепаха начинала расходиться. Несется колесница. Вот это ощущение движущейся колесницы передает каждый, кто хоть раз видел отца в красе. А ведь на самом деле колесница никуда не движется, она стоит на месте. Вот мы сидели в первом ряду, и я помню, что я вжимался в кресло, потому что я понимал, что на меня идут легионеры, и этих легионеров посылает крас. Настолько это было эмоционально сильно, что я даже не задумывался о том, что это вот мой папа там стоит в центре и посылает этих легионеров прямо на меня.
Он сам говорил, что когда ты работаешь на сцене, нужно работать не на размер сцены, а на размер космоса. Он был масштабен. Каждый жест у него был значителен. Он оставлял ощущение личности. Появился герой на сцене. Когда он выходил, выходил герой. «12 сентября 1960 года. Мой переход в прославленную труппу был достаточно интересным. Представьте себе такую картину. В одной из лож директорской сидят главный балетмейстер Большого театра Леонид Лавровский и взволнованный Марис Лиепа». Лавровский выбирал артиста для Большого театра, и среди Нуреева, Панова и Лиепы он выбрал именно Лиепу. Леонид Михайлович слегка усмехнулся. Первыми были два молодых солиста из Ленинграда. Один спросил, какую зарплату я могу ему обещать. Второго интересовала только квартира. И сказал ему Марис: «Вы знаете, почему я выбрал вас? Потому что вы спросили, что я буду танцевать». Он был очень хороший партнер. И как у, может быть, немногих таких хороших партнеров, он был очень тяжел в работе. Очень. С ним было непросто. Он был резок, иногда бывал даже грубоват. Но во время спектакля на сцене это никогда не ощущалось. Это всегда балерина все-таки с Марисом всегда чувствовала себя уверенно. И она знала, что она в надежных руках. Вот когда идет адажио с партнершей, он никогда не показывал себя. Он выстраивал так позы, что он виден, да, но он так, чтобы это гармонировало с позой партнерши. «3 марта 1966 года. Я хочу сделать одно признание. Танцовщику всегда следует оставаться за спиной у балерины». Чтобы если рука, то чтобы это была какая-то одна линия, или чтобы там, скажем, нога поднята наверх, чтобы это была одна линия с рукой, чтобы его рука не перерезала мою, или моя не перерезала его руку. Быть на втором плане. И именно этим заслужить честь называться первым кавалером, настоящим избранником. Достойным ее любви, страданий, ревности и даже ненависти. Он так чувствовал партнершу. Знаете, вот он руками мог ее поставить и на ногу, и тут же мог ее свалить, если бы он захотел. Он управлял партнершей просто, вы знаете, как вот одним пальцем. Часто на сцене ловлю себя на том, что влюблен в свою партнершу. Это придает танцу неповторимую прелесть, совершенно особый аромат. Сколько же у меня было партнерш? Увы, не сосчитал. Один раз мне рассказала Римма Клавдовна Карельская, наша замечательная балерина. Она танцевала с ним «Лебединое озеро». Конец первого акта. Белый лебедь прощается с Зигфридом. И она подходит к нему, встает в такой длинный арабеск, он садится на колено, вот так вот прикладывает руки, она встает в арабеск такой вот, опускается для прощального поцелуя. И вдруг она понимает, что дальше обе руки отпущены. И она в этот момент поняла, то есть она перепугалась так, а он каким-то образом установил ее так близко, что она уперлась ногой в его колено и этого не почувствовала. Она просто поняла, что он отпустил руки и стоит вот так. И она испугалась безумно. И она рассказывает, что это, говорит, удивительно, потому что, говорит, я даже не понимаю, как он держал. 12 марта 1968 года. Сегодня день дикий. Утром, к сожалению, на политзанятие. Потом сценическое третьего акта «Спартака». Вначале, когда думали делать «Спартак» Юрий Николаевич Григорович,
он, как мне Марис рассказывал, что он говорит, что он должен был быть как бы Спартаком. Никто не сомневался в том, что роль Спартака будет очевидна у Мариса. Их вызвали там несколько человек, и Юрий Николаевич так как бы смотрел, выбирал, так пробовал на них, смотрел, кому что подходит, все. И тогда Юрий Николаевич перевел Мариса на красного. Он говорит, ты должен быть красным. Конечно, он был сначала очень недоволен и переживал это очень. Я ему потом сказал, я говорю, ты знаешь, Марис, давай мы сделаем так, мы сейчас станцуем эти роли, а потом поменяемся, потому что мне очень хотелось именно делать роль Краса. Но он ее сделал настолько блистательно. Юрий Горович первый сделал, так сказать, отрицательного героя, сделал танцевальным. Это действительно большая заслуга Григоровича. Это действительно было здорово. Два равноценных мира. Спартак и Крас. 10 апреля 1968 года. Пришел Григорович. Ему понравилось. Очень рад. Наши взгляды всегда совпадают. В творчестве мы стопроцентные единомышленники. Делает героя его антипод. Он подчеркивает его достоинство. В этом смысле это не было соревнование просто чисто танцевальное. Кто больше свертит пируэтов, кто будет сильнее, кто выше и так далее. Это было такое соревнование характеров и соревнование палитры, красок. 14 ноября 1970 года. Мне даже кажется, что Ленинскую премию «Спартак» получил прежде всего за уникальный блестящий коллективный труд, за неповторимую атмосферу творчества и взаимопонимания. Не каждому балетмейстеру это дано. Пожалуй, и самому Григоровичу потом уже никогда не удавалось так удачно сплотить артистов Большого театра. В Большом театре в Москве вообще, так сказать, кто был близок к искусству, все говорили, странно, почему этот балет называется «Спартак»? Он должен называться «Крас». 8 декабря 1968 года. Великолепный резонанс критики идет в адрес «Краса». Григорович понимает, какую важную роль в этом играю я. Понимает, сколько мной сделано и в этом образе, да и во всем спектакле. Думаю, что это может вызвать ревность и недовольство Юрия Николаевича. Это был действительно тандем удивительной работы хореографа и умного, талантливого танцовщика. Я думаю, что, наверное, тот разрыв, который произошел, он произошел как раз на пике какого-то творческого слияния и сотрудничества. К сожалению, он произошел. Я не знаю, как у Григоровича, но... А будучи уже в зрелом возрасте, отец жалел о том, что произошел этот разрыв. Единственное, что я в своей жизни страшно жалею. Я помню, перед тем, как в Большом театре готовилась новая постановка, очень интересная постановка балета «Щелкунчик», в постановке главного балетмейстера Большого театра Юрия Николаевича Григоровича. А он вызвал меня и предложил мне роль Дроссельмейера в этом спектакле. Рассказал свою концепцию, что он хочет спектакль сделать, что вот главное действующее лицо Дроссельмейер. Это актерская роль, но она была очень интересная, и я думаю, что отцу бы она очень подошла. Но она была еще немножко ему не по возрасту, то есть он был гораздо более... молодым и еще амбициозным, чтобы переходить на актерские роли. И нашлись друзья, с которыми я посоветовался. Мне сказали, Марис, ты еще молодой, ты еще столько времени тебе вперед. Принца и больше ничего. Наверное, если бы он перешел вовремя на эти актерские партии, то, конечно, жизнь в Большом театре была бы просто другая. И вот это была одна из роковых моих ошибок. Он был очень вспыльчивый. И у него даже такой был, знаете, вот многие считали, что если он не вспылит, если он на ком-то не, так сказать, не выплеснет свою, так сказать, энергию, то он не сможет на сцену выйти.
Он был такой разный. Он мог быть дерзким и вызывающим. Но на самом деле это все была его защитная реакция, потому что он был таким ранимым человеком, невероятно ранимым. Конечно, трудно человеку, который где-то наивный внутри. Ведь человек очень сильный, как правильно себя бывает, ахиллесова пята. Понимаете? Вот у Мариса ахиллесова пята была его душа. Он был ломкий в душе, к сожалению. 8 декабря 68 года. Стоит ли писать? Григорович вдруг стал сверххолодный и вежливый. Ничего от нашей откровенности, можно сказать, даже дружбы. Нам, свидетелям тех лет, событий, всего, я думаю, не нужно вмешиваться в эти все дела. Знаете почему? У Юрия Николаевича были свои трения со многими артистами, которых он, кстати, породил. 10 марта 1970 года. Лечу в великолепном лайнере Ил-62 на гастроли. Сижу скромно, в дальнем углу салона, далеко не только от Григоровича, но даже от всех родственников и приближенных. Да, к сожалению, давление на меня продолжается. Жаль, что все же какие-то интриги влияют на работу. Но здесь, как говорится, бывает, найдет коса на камень. Что-то ломается. Как правило, ломается коса. 13 мая 1977 года. Пробовал решить сегодня волнующий меня вопрос с Григоровичем. Мужской разговор, увы, не состоялся, так как он не захотел встретиться со мной наедине. Он приходил домой, здесь рассказывал о том, как вот с ним поговорили там, как его не пустили туда. Раньше же были очень такие суровые методы, там не брали в поездку. Я помню, что они поехали как-то во Францию, и отца не взяли, хотя повезли «Спартак». Понимал, что надо как бы амплуа и вообще сферу деятельности менять. В Большом театре уже как бы не жить. Когда его сняли со «Спартака», начались там кошмарные истории. И он просто захотел быть киноактером. Боже мой! Боже! Он! Плюс у него был нюх на индивидуальности, и ей нужно было по поводу бенефиса, что было три совершенно разные особи. Жигарханян, Лиепа, я совершенно несовместимый казался. И это давало такой некоторый спектр, что ли, всего. Марис сделал новые какие-то вещи, ошибочные, какими-то не был согласен, но, в общем, он делал. А не сидел задом на стуле, только пил водку и только критиковал. Отец же хорошо очень пел. У него был природный голос. И он был очень музыкальным человеком. Кто не пират, тот не моряк. На мачте реет черный флаг. Искалит зубы омерзительная рожа. Готов к атаке экипаж. Пора идти на абордаж. Даруй удачу нам в бою, веселый Роджер. Это был творческий человек. Он не мог быть без работы. Если не было театра, значит, нужно было, чтобы это было кино. Или нужно, чтобы это было что-то ставить. Нужно чем-то он должен был творчески заниматься. Людмила снималась с еще не зажившей ногой. У нее была переломана нога, и железные штыри держали кость. Танцуя, вообще двигаясь, она испытывала чудовищные боли. И при этом танцевальные эпизоды с самим Марисом Лиепой. Он необыкновенно ей помогал. Он обтанцовывал ее так, что она на экране абсолютно с ним как бы вот. Равный партнер. 18 апреля 1979 года. Иногда о ком-то слышишь, он прямо купается в славе и богатстве. Поверьте мне, это пустые разговоры, несущественные и неинтересные, а подчас нелепые и несуразные. Слава – это ничто. Танец – это все. Помню, это случилось
когда он готовился к тому своему последнему «Спартаку» зимой. Я вышла из балетного зала, потому что он был пуст, и в назначенное время отца не было. Увидела его в конце коридора. Отец был в шапке, енотовая шуба расстегнута. Идет, не торопится. И выражение глаз такое, как будто заглядывает куда-то за грань или смотрит через тебя. Я застыла. Понимаю, случилось что-то страшное. Произнес медленно. Мне не дали спектакль. Голос задрожал. Тебе же дали. А теперь отобрали. Это был страшный удар, но не последний. Отец всегда говорил, если у тебя будут хоть какие-то проблемы в жизни, там, в творчестве, что-то не так будет клеиться, иди в зал, работай, выходи, танцуй, все проблемы уйдут. В нашей семье мы часто слышали: старайся, трудись, работай, терпи. В балете нет слова «не могу», есть «не хочу». Когда я говорила «не могу», то слышала в ответ: чтобы прыгать, надо прыгать. Чтобы вертеться, надо вертеться. Чтобы танцевать, надо танцевать. А здесь был очень хороший уголок, или даже не уголок, вот эта часть. Он построил здесь станок и вот такой раскладной пол. То есть около этого окна был пол, который мог раскладываться вот так. И был настоящий сосновый пол, на котором можно было заниматься классом. То есть потом этот пол складывался вот так, вынималась палка, и квартира превращалась в обыкновенную квартиру. Надо все время идти вперед. Если ты останавливаешься, а другие идут вперед, значит, ты идешь назад. Ему удалось меня привлечь вообще к спортивному увлечению. Это был скейт. Первый скейт, он привез мне его из Франции. И я до сих пор катаюсь на скейте, до сих пор эти скейты у меня существуют. Помните, что проститься кому-то не простится вам, потому что вы дети Лиепы. Что есть те люди, которые нас не любят и говорят, не слишком ли много Лиеп в Большом театре. Были такие разговоры. Но у отца, наверное, была какая-то своя система, как он с этим справлялся. Мне кажется, немножко жестковато, потому что со временем людей, которые его не любили, становилось все больше. Любой актер может прожить без денег, даже какое-то время без любви, без друзей. Но не может жить, выжить без новых ролей, без новой работы. Он задохнется. И когда он начал терять свою профессию, а это происходит неминуемо, к 40 годам уже срабатываются и мышцы, и суставы, и начинаются какие-то болезни, и уже трудно себя держать в форме. Палец чуть-чуть вот здесь расслабь, а то здесь схватилось. Трудно во время второго акта было сильно. К сожалению, все те люди, которые его не любили и не могли ничего поделать, пока он был сильным и мощным, начали отыгрываться в тот момент, когда он начал эту силу терять. Я вот знаю такую историю. Парижские гастроли, триумфальные несколько спектаклей и вылет из аэропорта Ле Бурже, по-моему. Мариса нет. И все говорят, ну вот. Вот, наконец, и произошло то, о чем все говорили. Особенно суетились гебисты и члены партии. У многих, кто отвечал за труппу, там были чуть ли не прединфарктные состояния, потому что тогда вот этот момент оставания на Западе карался. Кого-то снимали с работы, кого-то увольняли, кому-то делали серьезные выговоры. И они улетают без него.
И на борту происходит партсобрание, где клеймят позором, готовят, значит, наказание для начальства, которое его на гастроли отправило, мы предупреждаем. Ну, и театральная, и политическая трагедия. Что случилось? Было два аэропорта. Был аэропорт Орли и аэропорт Ле-Бурже. Он приезжает в Ле-Бурже, и ему говорят, что, вы знаете, что ваш самолет через 40 минут вылетает из Орли. Когда он туда приезжает, говорит, что, вы знаете, вас, по-моему, дезинформировали, потому что через там 20 минут ваш самолет вылетает из Ле-Бурже. Он говорит, я оттуда только что вернулся. И друзья выяснили, что есть рейс, который отбывает в то же, ну, не в то же время, а чуть позже, но летит даже быстрее. Там 5 или 6 соглядатаев лежали просто в полуинфарктном состоянии, а вся труппа как бы бурлила, кипятилась. И когда приземлился самолет с артистами Большого театра, и они мрачные вышли на трап, внизу с огромной охапкой роз стоял Лиепа, улыбающийся, который прибыл на 15 минут раньше, чем они. Ну и когда он как бы встретил всех, ну, у КГБшников отлегло, а вся труппа как-то зажала свои как бы рты и как, ну, приняла это, как это было. На 28 марта 1982 года назначен спектакль «Спартак» с моим участием. Жизнь балетного артиста так коротка. За блистательным взлетом слишком быстро. Стоит лишь оставить сцену, наступает тишина и забвение. 626 дней ни одного спектакля. Я уже не могу дождаться этого дня. Этого праздника бытия на сцене Большого театра в любимой, мною созданные роли. С того момента, когда в марте 1982 года в графике репетиций стала появляться строчка «Спартак», «Лиепа», фамилия концертмейстера, Андрис и я были рядом с отцом, а значит, прошли этот путь вместе. 25 марта 1982 года. Пишу снова под утро. А вдруг опять отмена? Ничего, я выдержу, клянусь. Себе, конечно. Все происходило на наших глазах. И мучительная борьба со своим телом, которое нужно заново собрать и довести до пика формы. И бесконечный поиск новых актерских ходов, где мы счастливо становились участниками обсуждений. Начинаются предспектаклевые судороги. Что будет, не знаю. Еле держусь. Боюсь сорваться. Он часто об этом говорил, что он с самого утра начинает сжимать пружину, которая должна выскочить потом на спектакль. Ты в себе такие находишь возможности, такие откапываешь силы, которые, а ты о них даже не подозревал, это, и борешься, если в тебе есть характер, и борешься до последнего, до последней капли крови, иначе невозможно. Я никогда в жизни не волновалась больше, чем в тот вечер, когда мой отец танцевал последний в его жизни «Спартак». «31 марта 1982 года. Прошло 3 дня после спектакля. Говорят, это был спектакль века. Его последний спектакль. Я там был и был потрясен тем, как все заново. Как поразительно заново. Внутри, при всех внешних, так сказать, абсолютно идеальных, синхронных вещей, он был новым».
пережившим уже еще что-то, повзрослевшим, мощным. 30 минут овации. 30 разных букетов роз, гвоздик. Боюсь, что больше не смогу собраться. Прошло очень много лет ведь с тех пор, а ведь и сейчас. Все равно он смотрится прекрасно совершенно. А это уже показатель действительно очень большого таланта и большого успеха в этой роли. Мне показали решение конкурсной комиссии, которая, оказывается, заседала в первом антракте «Спартака». Все дали отрицательную оценку моему исполнению роли Краса. Когда они просматривали его, то есть в форме он или не в форме, это, конечно, оскорбление, вы понимаете? Тогда было это все коллегиально как-то решалось, старались размыть ответственность, чтобы это вот проголосовали, да еще лучше, если тайно проголосуют, то и неизвестно. Ну, в общем, всякая дурь. Отец не раз признавался в своем дневнике, что очень одинок. За что меня уничтожают? Еле держусь. Такое удивительное качество было вот этой советской системы, которая звезд, которые она рождала, она их в конце концов пропускала через мясорубку. Нас вызвали, да, на партийное бюро с Марисом и сказали, ну, вы вообще думали, что дальше вот вы будете делать? Уйти из театра, уйти из балета, я даже не представляю, немножко сложный вопрос, куда, кому? Мне повезло. Я как-то это, как бы, перенесла этот момент и пришла к Юрию Николаевичу, попросила его, оставьте меня в театре, как вы считаете, ну, вот... Педагогу. У Мариса это не случилось. Кому я пойду и чем я буду заниматься? Я знаю, что моя жизнь вся посвящена театру, вся посвящена искусству. 5 апреля 82 года. Опять я дома. Трудно, тошно, невыносимо от неизвестности. Он действительно очень любил это искусство, и без него жить он не мог. Без сцены, без запаха грима, без товарищей, без каких-то скандалов, без работы каждодневной в театре. Я не могу сказать, что ах, это такой милый, такой чудный, такой замечательный человек, такой доброты. Он был добр, и он был жесток иногда. Он именно был очень разнообразен и в своей закулисной жизни. 28 марта 1982 года решением конкурсной комиссии Большого театра народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Марис Лиепа, был признан профессионально непригодным для балета. Пройдет года два. И однажды, когда мой брат репетировал в Большом театре «Жизель», вдруг раздастся телефонный звонок. Я уже разогревался в зале, и вдруг звонит телефон. Это было где-то, наверное, часов в 5 вечера. И отец на том конце трубки говорит, что я не могу прийти. И я говорю, ты же в театре. Он говорит, да-да, я на 5-м подъезде, но меня не пропускают. Но я схватил свой халат, сбежал вниз. И стоит охранник, который его не пропускает. И у отца были слезы на глазах. Теперь у меня часто перед глазами отец, которого не пускают в Большой театр. Знакомый из ЦК сказал, никто не поможет, даже нечего времени тратить. Все сделано специально, никто не будет вмешиваться. А он отдал этому театру свое сердце. Мне казалось, конечно, что он долго должен быть на сцене. Наверное, он тоже это чувствовал. А вот когда подошел вот этот надрыв, надлом, оказалось, что Марис именно без Большого театра, он как бы потерял опору в жизни.
14 июля 1985 года. Для чего ждать, жить, быть? Бесперспективность – это, наверное, самое страшное в жизни. Он же, конечно, очень недореализованный человек в балетной профессии. То есть после «Спартака», собственно говоря, ну, там было несколько спектаклей. Был «Принц Лимон», была «Анна Каренина», были «Чарующие звуки». И все. Это же просто невероятно для артиста балета. Ну, то, что Марис, для него это была трагедия, это несомненно. И то, что это поразило его жизнь, это несомненно. Марис, когда, очевидно, уже остался один и вышел и ушел из театра, я никому не нужен, конечно. Мы удивительно умеем убирать людей, выбрасывать, использовать и потом как промокашку выкинуть. 30 июля 1987 года. Я сижу днями дома без дела и убиваю себя в надежде на прекрасную легкую смерть во сне. Это единственное, о чем я мечтаю. Самое страшное – это не умереть, а понятие «не жить». Не жить – это страшно. Я был в Америке, танцевал спектакли у Барышникова. Позвонил домой Илзе, спросил, как дела. Андрей позвонил, и я была поражена, потому что я думала, что просто так позвонить просто невозможно. Он звонил не так часто. А с утра пошел в магазин. Это был выходной день, и внизу был небольшой китайский магазинчик, а отец до этого был в Китае. И он купил такие шарики металлические и сказал, что это очень хорошо для здоровья и очень успокаивает нервную систему, это как это замечательно, такие шарики. Я в этот день эти шарики купил. И поэтому, когда он позвонил, я спросила его, а почему ты позвонил, ты что, знаешь? Наступила такая пауза, он сказал, нет, не знаю. Ну, я сказала, что... отец умер. В этот момент я просто крутил эти шарики. Я понял, что эти шарики, как будто бы он мне их просто так как бы загодя даже послал. И вот я весь день эти шарики крутил, всю ночь крутил. Отец Марис Лиепа умер на Пасху, 26 марта 1989 года. Ему было всего 52. Ему хотелось очень долго танцевать, но так сложилась судьба, что он ушел очень рано из жизни. И, конечно, не сделал даже, наверное, одной тысячной из того, что было им задумано. Я так хочу согреть эту незнакомую темноту, будущее. Покорить, наполнить звоном, смехом, звездами. Я хочу жить и танцевать 100 лет.